Всем привет! Вы на канале Проект Магнит, и сейчас вас ждет история, покорившая всю Европу. Да что там Европу, наверное, уже целый мир. То, что вы увидите, очень близко каждому из нас. Ведь все мы хотим одного – быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Итак, начнем. Ларс Амент был обычным писателем из Гамбурга, который утратил смысл жизни и старался найти объяснение своего нелепого существования. И чем больше он искал, тем дальше уходил от себя. Вскоре он погрузился в депрессию, в творческий ступор, стал употреблять алкоголь, а разгульный образ жизни стал нормой. В итоге, устав от всего, он решает поехать в Рио и поселиться в бедном районе, дабы попытаться начать новую книгу. И практически в то же самое время на другом конце света в Германии жил 15-летний Дэниел Мейерс, который родился с пороком сердца. С самого рождения вплоть до этого момента он вел неравный бой с болезнью, которая, если бы не очень высокий уровень немецкой медицины, давно бы его убила. Врачи делали все возможное, чтобы Дэниел жил практически с половиной сердца. С ним часто случались обмороки, приступы сильнейших болей, кислородное голодание, так как легочная артерия порой совершенно не справлялась. У него также повреждены почки, желудок, а после последней операции на сердце врачи сказали, что даже на пересадку уже надежды нет. Дэниел попросту не перенесет такую сложную операцию. Но вернемся к Ларсу Аменду. Он решил вернуться в Германию и продолжить работу над книгой. И точно так же он продолжил вести разгильдяйский образ жизни. Кстати, кадры, которые вы видите, они из фильма, который называется «Это чертово сердце». На дворе стоял октябрь 2012 года. Ларс сидел в кафе и пытался работать над книгой, как вдруг случайно подслушал разговор управляющей хосписом со своей коллегой. Они обсуждали тяжелый случай Дэниела Мейерса. В этот момент что-то в Ларсе перещелкнуло, и ему захотелось увидеться с пареньком, который так тесно контактирует со смертью. Вежливо подойдя, он спросил, возможно ли устроить им встречу с Дэнни. Управляющая ответила, что на это нужно одобрение родителей и самого мальчика. Пройдя все необходимые процедуры, день встречи все-таки настал. Оказавшись в хосписе, Ларс увидел то, что было скрыто от глаз большинства. Он узрел настоящий лик смерти, отраженный на лицах детей, и очень многое осознал. В частности, ценность каждого прожитого дня. Поначалу редкие визиты к Дэнни переросли в более длительные, и в итоге у него появилась своя комната в семейном доме Дэниела. Ларс стал для него настоящим старшим братом. Сам Дэниел был обычным подростком, который хочет испытать в жизни самые простые вещи, которые у него еще не были. Но его тело, да и само настроение не давали ему возможности осуществить это. Тогда Ларс предложил идею. Состояла она в том, что парень напишет список из желаний, а он поможет ему все осуществить. И тут началось самое интересное. Список из желаний был длинным, и чем больше они продвигались по нему, тем сильнее чувствовали саму жизнь и необходимость наслаждаться каждой секундой, прожитой на Земле. Так они остановились в пятизвездочном отеле, потом прокатились на машине, которую Дэниел водил. Они купили стильную одежду, дорогую обувь, записали песню на студии, парень подарил девушкам розы, съел огромную порцию карбонара, один разок даже затянулся сигаретой, но не заглатывая дым. И, наконец, впервые в жизни поцеловался в губы и нашел себе девушку. Но самым значимым пунктом для него был этот – чтобы мама была счастлива. За время своей болезни он еще не видел ее радостной, но то, что стало происходить после знакомства с Ларсом, преобразило ее, и она сказала, что Ларс посланный небесами ангел. Мама была очень счастлива впервые видеть сына таким, словно он и не болеет. Кстати, здоровье парня стало идти на поправку. У него отступил диабет, который уже на протяжении многих лет его преследовал. Ну и вместо отведенных ему 18 лет жизни, он уже сейчас отметил свое 21-летие. А что до Ларса, он в свою очередь считает, что Дэниел стал для него точно таким же спасением. И их радости не было предела, когда вслед за книгой об их жизни
было снято большое кино с ведущими немецкими актерами. Кстати, опять-таки советую посмотреть этот фильм. Что тут еще можно сказать? Чудеса, да и только. И они продолжаются, ведь Дэниел сейчас со своей девушкой. А Ларс отправился в путешествие, по ходу которого пишет свою новую книгу о том, как важно любить каждую, даже самую незначительную вещь в своей жизни. Они с Дэнни продолжают держать связь и скоро снова встретятся. Ведь они братья навсегда. Если это видео коснулось вашего сердца, то оставляйте лайк и передавайте его дальше. Пусть оно напомнит многим о реальных ценностях жизни. И еще я буду очень рад, если вы перейдете в наш Инстаграм, а также в группу ВКонтакте. Ссылки сами знаете где. Ну а я не прощаюсь, а говорю, будьте магнитом и притягивайте самое лучшее.